Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Total War Shogun 2. Легендарный уровень сложности за Уисуги, вызов война со всеми с первого хода, никому никакого мира. Прямо вот с первого хода. У меня, конечно, давно уже идет, относительно давно, раздел провинций, поэтому вызов сам себя перетек, но тем не менее. Старт был положен. Сейчас я атакую наконец-то Киото. У них 1, 2, 3, 4, 5 лучников самураев. Эти ребята, да, на ночной атаке ничего не сделают. Ну и у меня есть ниндзя, поэтому я думаю, что Киото ляжет довольно быстро и просто. Будь вашим даймё великая радость, особенно сейчас, когда нам предстоит бой. Выше флаги, покажите врагу, что мы идем. Враг должен сопротивляться, иначе история его даже не запомнит. А так, возможно, когда-нибудь поэт опишет в печальных строках их судьбу. Я приветствую воинов Асикага, они славятся своим боевым мастерством, благородным поведением. Мне жаль, что приходится скрестить оружие с ними. Приказ очень прост. Занять крепость. Я не жду, что это будет легко, но я жду, что это будет выполнено. Как ваш предводитель, я знаю, что вы будете сражаться изо всех сил, вам нет равных в преданности долгу. Я с радостью веду вас в этот бой. Ну, ничего он не сказал про наши преимущества. Так, как это будет выглядеть? Значит, я уже неоднократно штурмовал Киото, кто видел мою первую... Кто видел мои прохождения, тот знает. Я за Икаики, за Атома, за Хатори уже это штурмовал. Пожалуй, самый такой штурм был. Это за Хатори смешной. Я думаю, сейчас что-то нечто подобное сделать. Каким образом я расставлю войска? Да хрен его знает, если честно. Ну давай, короче, я просто чуть-чуть лучников здесь. Чуть-чуть лучников с этой стороны. Ниндзюку куда-нибудь сюда спрячу. Вот. Большую часть отрядов сахеев я прямо вот туточки поставлю, как и военачальника. Но некоторых там мне нужны будут отряды. Единственное, что я бы их спрятать хотел, конечно. Тут нету нигде. А, вот есть лесочек. О, отлично. И вот этого товарища тоже где-нибудь тут. Даблет. Подожди. Нет, не здесь. Что-то карта как-то расположена очень низко. Ни хрена не вижу просто. Вот здесь. А ниндзюка где у меня? Вообще не там. Да ёпта, сейчас. А, я понял мою ошибку. Я всех этих ребят не там расположил. Мне нужно напротив вот этого большого пространства всех расположить. Вот здесь, конечно. Чуть не накосячил, потом бы, блин, передвигал всех 3 часа. Ну давай, лучники мне здесь тоже, наверное, не нужны. Я их спрячу где-нибудь здесь же. Ну, большая часть спрятана у меня лучников. Знаешь, что вот этих тоже, наверное, можно спрятать, потому что... Зачем лишнее внимание привлекать? А вот этот где? А, все. Вот. А этих здесь. Попрячу. Вот, все спрятаны вот эти вот ребята. Они, собственно, будут замок захватывать. Все остальные будут только отвлекать. Отлично.
Наверное, зря я так сделал. Ладно. Бог с ним, короче. Передвигаем. Самое главное, что самураи с луками все здесь напротив стоят. Вот это самое главное. Можно немножко подвинуться. Так, вот эти ребятки. Сюда, эти сюда. Вышки, конечно, постреляли немножко, даже кого-то убили. Но буквально здесь двух человек, здесь трех. Все, и теперь они вне зоны. Большая часть сейчас наверх убежит. А я пока могу подвести лучников. Здесь. И, ну, здесь, ладно. Ну и дальше. Сейчас тоже, конечно, пушки немножко постреляют по мне, но хер делать. Вот этих ребят можно уже подвигать, наверное, вот так. Давайте вот так. Посмотрим, удастся ли мне тут мертвую зону найти. Ниндзюка пока сидит. Ниндзюка. Ладно, давай Ниндзюку тоже сюда. Можешь, кстати, пешком идти. Тебя тогда не видно будет. Да? Ведь? Да. О, начали стрелять уже. Отлично. Ну, они много перебьют, конечно, народу. Блин. Хер ли 6 отрядов. С этой стороны. 3. С этой 3. Пиху стрелять. Господи, асахеи просто полегли. Вражеские. Я имею в виду не свои. Я даже никого не направляю никуда. Ну вот, довольно много я перехерачил и продолжаю стрелять. Сейчас, я думаю, самое время захватить вышки. Так, ребятки, всем стоп. Хотя вы можете еще, наверное, пострелять, но попозже. О. Так, 6, 5, 4, 3. Господин, их военачальник мертв. Серьезный удар для врага. Не стой под стрелой, не слышал такого. Технику безопасности надо же соблюдать. Просто в одну калитку разваливается все нахрен. Пока их лучники смотрят на мою основную армию, да? Сахи с нагинатами тут бегают. Так, пока хватит. Забегаешь, ты бежишь сюда. Ниндзя залазят, потому что они залазят без потерь. Сейчас по пути он схватит вышку, потому что они пока залезут. Она уже должна будет забрана быть. Оп, ну ладно, нейтральная тоже подойдет. Тихо-тихо. А, ну тут еще он бежит один. Гнаты Сикага. Этот убегает. Уисуги, все, мы заходим. Забираю вышечку.
Мексика Сити. Кто там? Самурай с катанами бегут на него. Как скажешь. Да-да, подуди в дуду. Блин, я думал, бомбочка сработает, хер там. Ну, пойдем тогда. Сахии ложатся тоже под луками. Самурай с луками тут? Надо же. Самурай с Ери ложатся, естественно. Сейчас самурай с катанами бегут. Я, походу, весь гарнизон перебью сейчас. Почему ты не стреляешь? А, наконец-то. Все. Свободно. Не убей себя ты. Сами себя подзорвали, что ли, или получили от этих? Аккуратнее надо. Пошли ворота забирать. Здесь второй отряд идет. Лучники почти все отстрелялись, да? Сейчас Сигунат уже заберет. Есть Уисуги, пошли. Вышку здесь заходим. Вот это мне не нравится, надо этих самураев с луками расстрелять. А что они не стреляют, кстати, никуда? Че забили? Ладно, я все равно грабить буду. Ломай. Забегай. Блядь, что, дебил? Господин, близок час вашей славной победы! Себя. Стрелял почти. Бегом. Забираю ворота, чтобы они не смогли зайти. Забираю площадь и башню. Господин, мы захватили башню! Ну все, они не уж... Все. Кеда. 90 человек потеряно. 17 тысяч конечно. Киото захвачен. Что за великая награда? Киото наш. Мы должны удерживать его год, чтобы заявить свои права на Сигуна. То есть 4 хода. Соответственно. Сейчас вот эта вот гадость, наверное, нападет на нас. Как называется? Мятежники Осикага. Ну да. Короче, так. Строительство. Здесь всякая стройка. Консультантская академия уже построена. Это прелестно. Почтовый тракт. Тра-та-та, тра-та-та. Что здесь по... Плодородная почва. Хорошо. Монастырь. Ну, монастырь я, пожалуй, оставлю.
Слушай, здесь много чего делать можно на самом деле, но для этого надо стрельбище. Ну ладно, давай так. Мне нужно для рынка место. Мне нужно для этого места, как оно называется. Ну, это трактира, во. Для трактира место. Монастырь уже стоит. Еще лагерь неплохо было бы. Вот так, все. Стрельбище оставлю, монастырь оставлю, буду сахеев здесь делать. И можно, знаешь, что поставить? Можно даже не на меткость поставить, а... Ну, чтобы их дешевле делать, просто все заполонить дешевыми сахеями. Ахерли. Казармы, короче. Вот их тут много можно ставить, потому что у меня здесь в Киото цитадель. Это не хухры-мухры. С одной стороны. С другой стороны, можно усилить гарнизон. Там, например, поставить броню какую-нибудь там. Жалко, нельзя все нафиг постройки лагерями забить там разными. На любой вкус. Так. Ладно, я пограбил. Стыдственно. Давай еще с Сакубуне. И еще с Сакубуне. Здесь. Военный порт, говоришь? Ну давай. На этой стороне мне нужен хоть один военный порт. Пора уже почтовый тракт делать. И, наверное... Зачем мне тут лагерь? Скорость пополнения армии в этой провинции, да? Ну, может быть... Опыт всех новобранцев моряков плюс 3. Опыт всех плюс 1. Ну давай логово пиратов, хер с ним. Будем здесь опытные кораблики делать, если что. Так, теперь на 12 тысяч. Первый кибастос. Давай-ка еще в Хитате. А, у меня тут уже строится-то. Можно замок здесь построить, чтобы быстрее сахейки вылазили вот эти. Им идти не так уж и далеко. А с другой стороны, блин, мне много-то и не надо, я уже дофига построил. Так, можно поставить одного монаха. И всадник с Яри еще ему пригодится здесь, в этой армии. Не одним же героем бегать. Хотя, я же бегаю в армии одним героем. Этим. Удаймё. Давай двух бегунов бахнем. Хотя у меня же есть этот герой же здесь, да? Мне не нужно два бегуна, мне одного хватит. Не надо. Есть контакт. Здесь попробуем убить. Отлично. Отлично. Вероятность успеха плюс 10%. У меня есть деньги на любые мероприятия. У меня только не осталось агентов. Ну вот, еще есть агентик. Он, правда, порядок поднимает пока что. Некогда его дергать. Так, еще одного такого возьму. Мне пригодится со временем, я думаю, точно. Когда армия еще подойдет. Скорость пополнения плюс 20%. Ну давай, казарма здесь, да. И стоимость найма. Хотя это бабки лишние, блин. Нет, в Киото лучше. Это сделаю. Мне для ниндзя это не важно. Ниндзя главное, чтобы на стенке забирался быстро и... Невидимо. А рубиться я им не собираюсь. По крайней мере, не в этом прохождении. Так. Ну все, наверное. 9000. Максимально еще налоги я еще получу на следующий ход. Ходить какой-то армии сейчас, наверное, я не хочу. Хочу посмотреть, что здесь будет. Конец хода. Откуда он вышел? Блин, не было ж никого. Блять, ты посмотри, какой настойчивый ублюдок.
кто бы сомневался. Я сам сыграю, но я вырежу эту битву, потому что я могу авторасчет нажать. Я потеряю человек 700, наверное, если авторасчет нажму. А так максимум 300, и то, скорее всего, меньше. Поэтому я вырежу эту битву. Вот это нормальные потери, 115 человек. Ну, в смысле, плохо, конечно. Да-да-да-да-да. Кругом недовольство. Херли налоги обдирают, все такое. Чпоньк, все хорошо. И кто? Откуда? Как? Раз, два, три, четыре. Блин, много очень. Диверсия. Вообще. Замок. Просто. Сколько он там может их делать, интересно. Заход. У него набор повышенный, да? Так. О, это экспериментюка. Отлично. Значит, это можно в покушение долбануть, либо вероятность избежать провала. Одно, да, очко? Еще одно очко в покушение. Вот. И это у меня раз, два, три, четыре, пять, да? Раз, два, три, четыре, пять. Да. И на следующем уровне я вот все три очка вкладываю в мастер ниндзюцу. Вероятность успеха агента. На 3, на 6, на 9%. Здорово же. Где, по-моему, здорово. Как у него вообще в целом. У него покушение все равно очень высокая характеристика. Очень высокая характеристика. Особенно учитывая, что у него еще дополнительный есть мечик. Да, слушай, экспериментюка, наверное, тоже хороший. Так, этого я уничтожаю. Чтобы у меня еще меньше потерь было. Да блин! Почему все это причинит? Кто-нибудь мне объяснит, потому что я якорь. Это хорошая версия. Многое объясняет. Все, Сикаго больше нет. Никаких. Угу. 5-6. Еще осталось у меня Эттю захватить. И еще, получается, после того, как я захвачу Эттю, еще 15 поселений. Света Матерасу. Так. Ага. Степень довольства во всех провинциях. Только зимой. Угу. Легендарная школа Бадзюцу. Дополнительный урон при натиске кавалерии плюс 5. Ну и, собственно, мы мастера молитвы. Мастерски молимся. Гуд. По поводу беспорядков все в порядке. Ямато. Отлично. Тут наверняка уже собираются какие-то там шкодники. Здесь что у нас? Ода. Угу. Блин, ну да. Короче говоря, вот эта Ямато, скорее всего, под ударом, да? Здесь у меня два. Можно вот этих двоих перекинуть в Ямато как раз. Не то, чтобы я тут, наверное, отобился, но тем не менее. Давай крепость здесь построю. Минус 820 доход. Я уже понастроил себе войско, чувствую, да? И вот такой уж у меня доход аж упал. Да, именно так. Именно поэтому. Повышение навыка монаха. Еще обращение провинций. И деморализация армии, да? Да. Хочу ли я деморализовать эту армию? Да, как-то. Сейчас-то зачем? У меня есть 5000. Можно здесь посеять смуту, с одной стороны. С другой стороны, что мне это даст? Эти мятежники никогда в жизни не захватят такое поселение. У меня лучников достаточно, чтобы это все говно перестрелять. У них всего 4 лучника. У меня того меньше. Замок маленький. То есть ниндзя мне тут не поможет. Это форт несчастный.
То есть там в мясо-то, просто в мясо надо будет атаковать это все дело. Здесь... А, вот еще. Уничтожить... Просто военачальника. Отлично, минус один. Уничтожить наследника 44 твой иметь. Текс Ферментюка? Да. Давай, не надо. Диверсия ворот замка 90%. Хорош. Подпрокачался. Ну давай, ладно. Хелест. О. Хорошая армия. Мне нравится. Есть. А теперь, хочу ли атаковать этого типа? Ну, вообще хочу, конечно. Ну, сейчас зима. Тут дорога строится. Короче, не до вас. Сейчас. Ставим склад. Стоимость найма кораблей поменьше будет. Деньги не хочу тратить, потому что у них маловасто стало. Здесь я армию практически набрал. У меня будет 4 стрелка, 4 сахея. Там каких-то ошметки я с собой возьму, ну, чтобы в Южном Синана или в Северном Синана поставить их. Ну, я возьму с собой, конечно, этих всех, как они называются, Асигару. Потому что хер ли они тут делают. Вот. Здесь я не буду убирать по берегу сигарок. А, да, слушай. Я говорю, мало ли высадка. И тут я вспомнил. Ко мне же плывут. Ушлепки. Много тут кораблей? Да не, немного. Если я вот здесь, отсюда... Так нормально. Вот, уперся просто в остров, поэтому сюда пока. Хитрожопина. Этого я не починю, да, к сожалению. Ну ладно, потом починю. Минус один бич. А, слушай, тут можно вот этого вывести. Этого завести. Вот так получше будет. Хотя бы самого раздроченного починю. Вот я боюсь за Ямато, потому что если там он набирает как не в себя, блин, то запросто могут на меня напасть сейчас. Имеет ли смысл мне выходить из Киото? Хер его знает. В принципе, почему нет? Эту Сетсу забрать, например. Ну, забирать-то я ее не хочу, на самом деле. Я бы ее пограбил просто. Да ушел бы обратно. Пускай ее мятежники забирают. Черт. Здесь гильдия торговцев, что ли? Обычная почва, да? А, тут библиотека, ёптать. Ну, тут, знаете ли, полезная штука. Но если там кто-то есть, то меня заберут просто сейчас. Я вообще без этих... Вне всяких сомнений. Ну-ка. Да, конечно. Сеять смогу. О, хорошо. А может, у меня сейчас все и получится. Но, скорее всего, выйдет и заберет у меня Сетсу. Ладно, я не буду ничего чинить. Хрен с ним. Ничего строить не буду. Киото у меня никаких проблем не будет. Пока. Я бы на самом деле... Это большого смысла не имеет. Ну, просто чтобы у меня лучше порядок был. Ну, блин, это по деньгам мне шлепнет, конечно. Мне придется уходить сюда. Своим даймё, чтобы поднять порядок. Отлично. Покушение... Шанс скрыться в случае неудачи. Покушение. Так покусюка.
Индюка покусюка. Ну что, взять крит? Давай крит возьмем полностью. Такой вот. У меня уже три таких абракадабры, да? Вот один, второй, третий. 10 уровня, блин, или какого он там? Короче, последнего уровня. Ниндзюки. Да, ну давай, я, короче, не буду атаковать зимой, ну нафиг, пускай он меня атакует. Здесь я ему еще похохотать учинил. Да, у меня в минус уходит, конечно же, денежки, но я отстроюсь, ничего страшного. И у меня флакетский еще строится. Следующий ход, в принципе, можно будет выдвигаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще 9, 10, 2, 10, 10. Да, этих самых будет, включая торговое судно. Можно будет воевать. Неужели ты нападаешь, серьезно? Ну ладно, давай. И хер знает, где он будет, понятное дело. Поэтому хер знает, где расставляться. С этой стороны идут, с этой, со всех идут, походу, да? Давай смотреть лучников тогда. Самураи с луками, самураи с луками. Самураи с луками. Яри, яри, яри. Яри, яри. А сигару с луками, а сигару с луками. Но это не страшно. Бейком. 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 Синобино. Синоби. Синоби вот здесь вот, наверное, встанет нормально, да? И никто его не заметит. Это вот так. Начальника я спрячусь за домиком. Куда коней девать? Я хер его знает. Куда-нибудь выбежит, наверное. У них такой нигде вообще. Давай сюда двигайте, короче. Ну вот, садники Такеда с катанами. Самурай с нагинатами с этой стороны. Это что? А, у меня еще эти есть какие-то бичи. Если на меня садники Такеда сагрятся, им капздец. У меня же Яри. Их. Потрясены. О, давайте сюда вот так поставлю, это лучше вообще. Нету, по-моему, отрядов для такого дела. Прикольно. Блять, понятно. Я провтыкал, как всегда. Подыдыч, подыдыч уже. Во все. Идите нахер. Вот тебе, блин, и убил всех. Они просто меня самурая с Яри догнали. Потому что, блин, херли. Втыкаю, да? Идем первоначальника убьем. Кавалерию примем. Этих почти всех перестрелял. Тут все четенько.
его еще подзорвать тут. Блин. Их что-то много, я, короче, не посмотрел. В общем, я... Говорю, сейчас я их всех убью. Ага, на тебе нахер. Наши бойцы бегут с поля боя. Короче, всей кавы я лишился. Какой просто позор? Потому, что я ее не за... Ну, не до контроля. Может, начальника, конечно, убью, но это не точно вообще. Хер с этой кавой, короче. Это мой приоритет. Хватит бунты, всех своих поубиваешь. Да. Я не думал, что они нападут, если честно, я думал, они... Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! У меня еще есть... Да. Кого осталось? Надо же, я думал, все уже. Да что ты там еще взрываешь-то? Успокойся. Не ёба, а? Ну, ладно. Надо выходить сюда. Так все, уже никого не осталось. Вроде. Бля, я, кстати, забыл. Я все на свете забыл. Короче, битва какая-то вообще. Господин, один из наших отрядов остался без боеприпасов. Псахейчики расстрелялись полностью. Причем, слушай, вообще ни одного человека не потерял. Охренеть, как так-то? Просто, по ним такое ощущение, что никто не стрелял. Хм. Интересно. Интересненько. Вот там, кто кричит? Кто же? Сейчас я сам как крикну. Наши скрытые отряды обнаружены, мой господин! Их только скрыл. Вообще приятно, конечно, такую армию воевать. А это что такое? Еще что ли кто-то? Удивительное дело. Оказывается, у меня тут еще кто-то есть. Господин, близок час вашей славной победы! Кого я слил бездарно? А так в целом пофиг. Или что? И кто? Ладно. Блядь, я все это время трындел и ничего не записывал, что ли? Жесть, да ладно. Ну ладно, только что конец хода нажал. Вот это я вообще даю. Танго, да, забрали мои... А!
Ну, битв никаких не было, я надеюсь. Бля, я даже не знаю, когда я запись-то выключил. Блядь, ну все, короче, бесполезно же туда плыть. Поплыли обратно. Я надеюсь, что вот эти вот ребята убили всех моих врагов. Ну просто я хер знает, где они, я не знаю. Мне не показывают. Куда-то поплыли эти тюсакабы. И хрен знает, куда вообще. Ну, высадиться. Ну, что я сделаю с этим? Я очень много, конечно, нанял войск, только чтобы, блин, блокировать эту высадку саму. 70%, 1200. О, 70% это много. А ну. Есть. Правда, блин, совсем немножко. Войск, ну, на безрыбье и рак жопа. Давай вот так. А, вот это говно. Ты кто? Военачальник, ясно. Сеет смуту. Отлично. Уничтожить бича. Есть. Отлично. Нихера себе. Так, что у нас тут? Снижение стоимости действий, вероятность от жертвы покушения, вероятность избежать провала. Давай. Ускорение ки и деморализация армии и персонажа. Блин. Подстрекательство. Вот это прикольная штука, конечно, но уже поздно. Давай деморализацию армии. А, так, где там начальничек? Под зуки и дальше. Ладно, ты взял с собой это говно. Ну ладно. Вот это я имею в виду. Можно, кстати, его удалить, наверное. Да ладно, потом пригодится, чё. Угу. Жесть сейчас будет по порядку. Хотя не надо ничего тут строить. Монах у меня крякнет, сука. Я могу вот этого типа просто сюда так кинуть. И все нормально сразу. Мацука. Ты в курсе, да. Чпоньк, прекрасно. Ну хоть какие-то бабки. И тут. Отойди в сторонку. Надо забрать эти ошметки. Грабить тут особо нечего. Давай без боя, повышение уровня военачальника. Это прекрасно. Это вот это вот нахрен, убежище в горах. А, ну да. Деревня Брукамин, конечно, доходы от торговли, да. Очень плодородная почва, да. Здесь тоже деревня Брукамин. Пищи немножечко, а то что-то нету совсем. Блять, все в минус, понятно. Отставить. И отставить. Ёпта. Вообще ничего нет. Вот тогда и это тоже отставить. Вот так. Еще тогда вот здесь сделаю. Да блин. Не хватает. Хотя сейчас я, может быть, что-нибудь грабану. Хотя что тут грабить? Пока нечего. Надо вот ки захватить. Ну блин, если я ки захвачу, мне там нужно будет гарнизон оставить. Но я оставлю. Наверное, вот отсюда возьму там какой-нибудь гарнизон. Хер ли. Выходим. Минус 11 сразу. Где монах? Помер? Походу. А здесь я ни черта для монаха не построил, да? Хотя нет, гостиницу построил давно уже. Вот я молодец с гостиницей, блядь, когда мне здесь нужно, чтобы монахов нанимать. Вообще-то не гостиница, а долбанный этот храм. Тут я не дотягиваюсь, да? Молодец. Молодец, просто красавчик. У меня еще вот тут монах есть. Который уже походил. Этот монах тоже походил. Иди сюда. В смысле, не дотягивается, хотел сказать. Вот у меня монашка есть.
Ну. Блин, да, я очень много не записал на самом деле. Вообще не понимаю, как я запись выключил. Ну не суть, может, она лучше. Здесь я жду военачальника, восстанавливаюсь. Медленное восстановление идет у меня, конечно. Попробовать диверсию сделать, чтобы он поставил около этого. О, отлично. А что такая говёная армия-то у тебя? А, тьфу, блин, это у этого говёная, у этого-то нормальная. Так, 4600 минус. Так, здесь тоже надо куда-то пойти. Да, отсюда хочу видеть все, что там происходит. Угу. Ладно, хрен с ним, короче. На следующий ход, значит, грабим. Ки. Я думаю, там много денег будет. У нас сейчас что? Лето. Угу. В Оми есть какие-то... какие-то войска. И Тадзима еще, я смотрю, хорошая такая провинция. Здесь замок. Ух. Надо брать. Только у меня... пищи уже что-то маловато совсем, на все это удовольствие. И надо Такеду еще догнать. Где-то он тут. Да вы задрали, блядь, серьезно, ну. Где ты, дрянь? Блядь. Сука, в упор не вижу, серьезно. Отвратительно просто. Ни черта не видать. Все это может плохо кончиться. Держу в курсе. Пойдем здесь еще смуту сделаем за 400 рублей. Отлично. Чтобы ему веселее было. Похохотать, так сказать. Угу. Где Такеда? Вон он, блин, я ничего не понимаю, он обратно вернулся или это другой бич? У, а это кто? Ладно, он вроде бы в поле деятельности, в поле зрения находится. Кикава. Ну, немножко подрался, то хорошо. Восстание Ига у меня? Да ладно. Хераси, посмотрите, какая прелесть. Ну, правда, там одни эти вонючки. Так. Давай я возьму ниндзюку, грохну здесь военачальника для начала. Хатори. Есть. Ну, тут одни эти бичи. Безродные. Отлично. Просто задраконил. Смотрите. Это ниндзя, их так колбасит, если что. Не просто так. Еще денежки надо заработать. Это потери 0, грабим. Мастерская садохорона. Спасибо, не надо. Не надо, разведчик не надо, крепость ниндзя. О, 2800, нормально. Нормально. 2800 на средних налогах, да? Нет, какой нахрен на средних? На средних, блин, минус 2800. Так, и тебе надо вот этих убить. Но это, я думаю, Оми справится. Вот этот твой начальник, я, кстати, ему повышение не сделал. Рукопашная атака военачальника и его охраны. Вероятно, стоит это покушение. Меткость пехоты с луками под... Меткость 118. А, жесть. Ладно. Так, боевая решимость однодатна. И ночная атака. Хорош, ты уже превращаешься в нормального типа. Отскающий масс. И... оп.
Пам. Ничего тут не строю, но не строю. Да ладно. А, это всадники Сьерри. Ну, все нормально. Стража. Стража целая. Стража целая. Иди сюда. Хрен с этим всадником Сьерри. Дорого денег заодно сэкономлю. Так, мне какие-то войска еще строятся. Вот такое. Здесь я вроде справился. Здесь... Интересно, конечно. Давай вот так сеять смуту. 37%. Может, ну его нахрен 37%? Серьезно. Вот 37%, мне кажется, вообще нахрен не надо. Иго. Восстание, да? Так. Хорошо. И в Иго тогда, или в Оми, а в Оми уже строится, в Иго деревня Порукаминда, так, поньк, а здесь бедная почва, нет, это не хочу ставить, а здесь хочу, очень плодородную почву, да, а тут рынок, можно? Да. И твердыню, да, отлично, отлично. Заходим в Северный Синана по пути... Выходим. Угу. Вот так. Все. Теперь мне интересно, где там был кораблик еще какой-то. Это где-то плыл. Я видел. Кто-то где... Как ты, блядь, здесь оказался, мразь? А, куда он, на Мияги идет или куда? Дотягивается или нет, да хрен его знает, слушай. Вообще непонятно. Вообще непонятно. И мне нужно сделать этого монаха. Но для этого нужно храм сначала сделать вот здесь. Монаха не хочу нанимать простого. Ничего здесь больше мне не надо. Еще 10 провинций и все. Таки да. Бум, около Мияги, да. Высадка. А! Сука, он мне Мацуку грохнул. Пытка и заключение. А, он еще появится. Ну, блин, это плохо. Это хуже, чем если бы он его убил, на самом деле. Ач. Он здесь моргает все еще. Это что? Оми. Оми. Минус 4. Оп. Брал пока налог. Какая помощка. Уничтожить. Тварь такую. Это, блин, весь сёгун просто в этом. В этом, блядь, весь сёгун. Так, поплыли обратно. Да. Как-то гнида, блин, оплывает меня и непонятно, короче. Или он с другой стороны проплыл вообще? Чего у него здесь? Ну, не то чтобы, конечно, прям вообще, но все равно неприятно. Очень много лучников. Ладно. Будем тащить херли. Так, доклад строителя. Крепость Хида, отлично, это очень хорошо. Все, прибыл. Ой, начальник.
Давай так. Это 4, да? Ничего не понял, ладно. Нам вот кнопку нажать. Вот так вот. Ну вот, у меня полная типа армия. Минус 3600. Отлично, ты еще их задержит. Уничтожить 120 рублей всего по дешевке. Есть. Блин. Жизнь, конечно, армии тут на самом деле. 3300 минус 3600. Твою мать. Высадился здесь, короче, он забил, похоже, на меня, да? Я, короче, никогда не доплыву. Да забить на все, в общем, плыть и все. Я просто не доплыву, никогда не получу этот шелк-сырец. И вообще забей просто. Не в этой жизни, блин. Так, что я тут еще строю, когда у меня денег совсем нет? Давай отменять. Вага катана ва тома на моно. 3, 2... Может быть, налоги где-нибудь включить просто, да и все. Ты 300 минус 381 еще где-нибудь. Вот здесь, например, в ОМИ. Нет, в ОМИ, если я включу, будет по-любому минус. А если вот здесь, ИГА. О, здесь в ИГА нормально. В ИГА нормально. Агент, тут монах сидит, ага. Давай тогда сюда пока. А, ГОМИ, кстати, тоже можно, получается, включить. Да, сразу. Отлично. Минус 2500 уже хорошо. А здесь? Тамбе. Минус 2. Угу. Ну, можно вот так вот сделать, наверное. Сидит куча народу. Чего бы нет. У меня еще и строительство тут идет. Вот, и поэтому я нормализовал это все дело. Более-менее. Здесь я могу Кикаву забрать, например, или Сетсу. Кавати, точнее. Не Кикаву, а Кавати. Вообще запросто. Почему бы нет? На Ки начнут высаживаться, но так как я рядом, то, наверное, все будет хорошо. Ничего грабить не надо, просто занимаем без боя. И так, и дорогу. Нельзя. 2400, 2300, да. С этим все норм. В Ки я отправлю ниндзю, чтобы он следил за вот этим берегом, чтобы я видел, кто нахрен где плывет. И сюда я потом флот подгоню, будет нормально. А вот этих всех ребят я вывожу и засовываю в замок. Здесь крепость, более-менее нормально все. Потом еще отстроимся. Все, теперь мне надо зажать уже до конца эту долбанную такеду бесячую. Армия-то у меня есть. У меня здесь 4 сахея. 1, 2, 3, 4, 5, 6 сахея и уйсуги. 4 сахея с луками, я имею в виду. Ну, тут какая-никакая армия. В Киото. Конечно, не супер-пупер, но я могу делать сахеев и суги с луками тоже. Казармы, вот у меня скорость, стоимость найма минус 20%, то есть, допустим, я здесь за 931 их нанимаю сахеев, а здесь за 1026. Вот так вот. Сейчас я, конечно, никого нахрен не нанимаю, потому что у меня просто тупо нету денег. И я, наверное, вот стоит мне отсюда вывести какую-то часть. Одного оставим, кого? Ну, там самого бесполезного вот этого.
Пускай он тут порядок наводит. А эти ребята идут в качестве милиции дальше. Потому что в центре империи, не на побережье, оставлять какие-то войска, ну, смысла нет никакого, конечно. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу. Сейчас будет, наверное, битва неприятная вот здесь. Нихуя начальник тут есть, там вся херня. По налогам все нормально, да. Относительно, конечно, я в минус сейчас уйду. На следующий ход я буду что-нибудь захватывать, наверное, Сетсу. Ну, правда, денег как-то не получу никаких. Ёптать, вот это-то я и забыл. 261 или 308. Не, нормально, 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 нормально. С этим все хорошо. Ну, у меня в Оме еще какая-то армия есть. Кстати, он умеет ночную атаку? Этот типа его. Да. Он и ночную атаку умеет, и боевая решимость у него есть. Поэтому и эти ребята у него, блин, там по 120, по 118 меткость. В отличие даже вот от этих. А, эти 116, 118, ну да. Ну давай. Так, вот сейчас Кикава должен там, высадка эта, напасть долбаная на меня должна. Убила опять у меня кого-то. Мияги, угу. Давай, давненько таких битв не было, долбаной высадки. Метель какая-то, какой смысл в метель нападать на меня, не понимаю. Мы же самим хреново, ёпта, они там распределились по всем сторонам, да? А Сигарус Яри, я тебя понял. Это что, самураи с катанами? Угу. Давай так. А где у них лучники идут? Отсюда, да? Самураи с луками, самураи с луками, самураи с яри. Йота. С этой стороны очень много самураев с луками идет. Ну и отлично. Потому что я тогда смогу спокойно вот с этой стороны встать вот так. И они вынуждены будут залазить наверх. Так вот, доворот. Вот так вот стану еще здесь. Вот вообще наверх станет. Единственное, что они сейчас перестреляют мне, наверное, всех моих этих осигарок. Здесь есть кто-нибудь с этой стороны? Да, да, лучше так тогда сниму. О, это что? Тут у меня еще один отряд есть. Это у нас самурайки. Сигару с луками могут самураев так подкоцать немножко. Чего нет? Захватил башню! Пока. Ужас. Ну, вот именно так. Что мне еще остается делать?
Блин, самураи с луками залезли без потерь вообще, что ли? Охренеть. Долго они держаться будут, конечно. Неприятственно. Просто вокруг площади круговая оборона. А что еще остается делать? Непоколебимо. Только я их опрокину, вот этих, они, скорее всего, раньше всех опрокинутся. Я буду выводить вот этих ребят в тыл, всем остальным как раз они подтянутся. Хотя они пока еще тут долго еще подтягиваются. Ну, как минимум, можно будет лучников вывести, пострелять. Пока еще явно рано. Это вообще не делится. Все, сломлены. Сломлены, унижены. Давай сюда. Пока лучников выведу только. Да еб. Так. Вот так. Кидает какая-то мразь. Вот он стоит, сука. Давай сюда, бегом. Ты сюда. Вышечку заберешь. Забирай, забирай. Да, блядь, да что с вами не так, ну? Только что шли нормально, ну. Так, потрясены, атака в тыл, да? Есть сюгуната у Исюги. Да, с этим все, никаких проблем. Тут народ убегает уже.
и чаш. Чаш. Я вам постреляю. Наши катаны против ваших вакидзаси, да? Колеблется, вот. А! Начальник еще есть. И легкая кавалерия еще у них тут есть. Приятно. Я не успел встать в стену копий. Не заметил, что у них еще легкая кава там бежит. Ты куда? Ладно. Ну вот как-то так встретимся на глобале. Изи-пизи, лемон-чизи, да? Вали, чё? Еще какая-то дрянь там плывет. Гент обманут, ёпты. Задание не выполнено, да иди ты. И растущее недовольство в Киеве. Сколько тут? Минус 5. Денег нет. Я держусь, конечно, но денег нет. Да, минус 1. Найдем еще. Да, я ничего нанять даже не могу. Даже ничего нанять не могу. Здесь есть у меня какой-нибудь агент. Только, видимо, ниндзюка. А как его, кстати, взять, если у меня здесь армии нет? Подожди. А, нет, есть все. Монах нужен. Монах нужен, которого поблизости нету, да? Здесь у меня монаха куда-то поразмыслить отправили. Спасибо. Деньги, кстати, кончились. Я не могу сейчас вот эту армию сдерживать больше. Видимо. Не, могу. Потому что она очень маленькая. И это все дешевле и дешевле с каждым ходом становится. А, да. А все остальное уже не могу. Зато я могу эти забрать. Что очень прикольно. Так, отойди-ка отсюда, нафиг. Здесь стоит еще какая-то срань. Давай, Вага Катана Вато, заберем эту. Прекрасно, кстати. Прекрасно, кстати. У них нет ни одного коня. У меня всадник с Яри есть, да? И ниндзя. Поехали. Я, конечно, понятия не имею, откуда они придут. Но мне как бы похер. Ниндзюка идет, открывает ворота нам. Все бегут. Лучники убивать, помогать замкового самурая. Кава и мой начальник могут здесь, у них даже вышки нету. Тоже бегите сюда. Лучник, кстати, тоже может сюда. Где враги? А, вон они как раз сзади все, отлично. Нужно будет вот так вот встать.
Так, кто будет его убивать? Не знаю, кто-нибудь. Пихуй, кто на самом деле. Где он вообще? Ну, какой-то хер здесь вообще стоит. Отлично, блядь. Пошли ворота захватывать. Не ворота, в смысле. Всю фигню. Эти сейчас, конечно, они так хрен протиснутся, скорее всего. Раз, два, три. Не знаю, вот так вот как-нибудь. Четыре. Так, пять. Это что? Самурайка. Стоит пихуй. Ладно, стой. Мне на тебя тоже так же. Взаимно. Давай, 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 давай. Справа по одному в колонну, блин. На выход. На вход шагом марш. Зря на самом деле сделал. Пойдем-ка заберем еще вот эту. Как их догонять сейчас будем? Без встреч. Ой, бестолочь. Ладно, встретимся на глобале. Ну понятно, я думал, что они раньше забегут, все там пробка не так сильно это повлияет, но нет. А, да уж, разграбил, так разграбил, блин, ничего не скажешь. Ладно, ок, я форт даже не повредил, на самом деле. Я надеюсь, что эти ребята подерутся с такетой, или они со мной все-таки подерутся. Хер не знает, слушай, вообще, вот правда. Он может на меня сейчас напасть. Такета, я не знаю, куда нападет. Непонятно. Степень довольства, где находится человек, усердие в обращении персонажей, вероятность жертвы покушения, степень довольства, где находится этот человек. Да. Это что такое? О. Ну, пускай так будет. Ой, не знаю. Ладно, иди сюда, короче. Все, у меня сейчас 8 провинций осталось захватить, и все. И все. Я, наверное, шел к срезу жене. Уже забей. Я так плыву, плыву к нему, плыву, плыву. Так и не доплыл. А тут что? Восстание? Не хочу. Восстание. Давай вот. Правда, туда героя. Хотя бы так. Ну а что делать? А что делать? Немножко занимаю пространство. Поменьше высадок там, все этого говна. Здесь эту срань надо догнать. В принципе, надо, конечно, но я не уверен, что я тремя сигарами что-то сделаю, блин. Он сейчас начнет мне тут ломать все говно. За всю печаль. Да. Тут без вариантов. И на эти ничего не найму. Не, он расстреляет меня просто. Куда? Народу-то нету. Пять тысяч подкупить его, охренеть. За какие-то ошметки. Долбанулись. Серьезно. А, ладно. Так. Ты сюда на перекресток. Ты сюда. Здесь вообще хрен знает.
Давай лучше я его. О, привет. А что это? Боевой дух подорвать не удалось. Тут два. Ну, типа ты крутой, да? Ну, я не знаю. Так, у меня есть Дамё, причем у него очки перемещения полные. Он, конечно, без героя сейчас. Ну, как бы и чё? Я из Киота вот это все дело забираю. И засовываю Даймёху туда, в Киота. Этого сюда, наоборот. Блять, минус 7, да серьезно. Ну да, в принципе, чё? Если максимальные налоги, так... Конечно, так и будет. Вероятность успеха монаха. Угу. Еще ниндзю забыл. У меня все, денег нет на это дело. Я куда-то там его отправлял. А вот и высадка идет еще одна. Это сёнинская, да? Это такедовская. Или это не... Подожди. Или я попутал. Это как раз та вот высадка, которую я сейчас убил. Это она и была. А не такугаусская. Ой, не. Тесакавовская. Наверное. Что? Псих? С ума сошел бы. Да иди ты. А этот чё? Просто стоит? Хорош, уберите мне вот этого. 500 человек. Долбанули совсем. Повышение Уисуги на Удзи. Это кто? Это сынуля? Да. Изучается тайная полиция опять. Не надо. Я могу монахиню-воительницу сделать. Серьезно? Где? В храмовом комплексе? Наверное. Что, она прикольная? Ну, куча всего построена. О, дядя. Минус 2400. Это, конечно, армии дичайшие просто. Поэтому. По доходу. В смысле, по расходу. Деревья бур, камин еще построится. Здесь уже построилось, да? Так, ну в принципе Даймё уже может идти лопатить вот это вот все. Вот просто в одну калитку. Так, обратить персонаж 91% 0 рублей стоимость. Отлично. Пускай отдохнет. Угу. Даймё может уже все это идти урабатывать. Из Киота, если выйду, все будет ровно, наверное. Здесь у меня в Кии сидит герой. Если аналоги не включать, то я могу его вывести, в принципе. Блин, конечно, обидно, что он сейчас не будет нигде участвовать. У меня здесь есть герой, кстати, еще. Так-то. Вообще-то. А это типа элемент ночной атаки. Да. Тоже умеет. Я могу вот эти все мелкие армии перехерачить отовски. И закрыть вопрос, как говорится, да? Не могу взять стражу. Или героя. Но у меня здесь 19, одного героя только. Вот этого, наверное, всадника с Яри. Отдать туда. Эвки просто найму тогда типа. Героя заберу. Сюда. Вот. Возьму Даймё. Отдам ему героя всадника с Яри. Вот. В Воме 11, да? Да. Ну, Киота, в принципе, Киота
как бы вне опасности сейчас, в данный момент находится. К тому же у меня здесь дежурит вот Ясуда. Я могу, конечно, убрать из Оми в Киот это дело, но нет необходимости прям такой. Дайме у меня освободился практически полностью. И готов к свершениям. Армия у него просто перфект для любых задач. Да, еще у меня вот идет Осигаровская говноармия. В Южном Синана у меня два порядка. Можно немножко расходы подсократить. Симосе тоже, наверное, так сделаю. Везде, наверное, так сделаю, потому что много чего-то у меня тут лишнего. О, этот он куда пошел, смотри. Ти куда? Сколько у меня агентов? Я имею в виду Мацука конкретно. Раз, два, три, четыре, пять. У меня, по-моему, здесь лишний. Нет. Где он? А, вот здесь. Он здесь не нужен, блин. Он должен быть там. Это тот, который поразмыслить уходил. Так, и чем мне это говно перехватывать? Непонятно. Вообще нечем, если честно. Только что вот он сейчас пойдет тут ломать все нахрен. Все, что плохо лежит. 2700 минус 2500. Мне даже нечем, собственно... строить. Так, эта дрянь сюда может пойти. Вот как за нефиг нафиг. Да, пока денег нет, я шпионскую сеть сюда. Пока денег нет, я шпионскую сеть сюда. Что-то тут видим, не знаю. Пошли дальше. А тут шага не шагнуть просто. Эти упыри. Не докопались. Вот куда мне надо, на Тадзиму. Это да, вот на Тадзиму мне надо. Но я хочу, конечно, убить сначала Оду, поэтому я в Акасу, наверное, найти Дзен. Кагу, вот это вот все, короче, позахватываю. Убью полностью Такеду. Ода у меня только здесь тусит, да? Да, кстати, я их вообще вышек. От Оды осталось-то что там? Две провинции. Отстой. Мощь могучая, охренеть. Но это вот только вот эти армии, которые... Мощь грозная Такеда, да иди ты. Это скромный бич. Скромный Кикава. Могучий. Такие все могучие, просто деваться некуда. Кто еще там? Яманал христианство, Такеда христианство, Сёни христианство. Охренеть. Охренеть. И что такое? Сюка или не досюка? Да ёп! Это мисклик был. Пошел ты, короче, вот серьезно. Ты туда же. Вот так. Здесь армия этих говнюков. Тут два. Тоже нафиг. Ага, понятно. И в Иго у меня какая-то дрянь опять происходит. А, нет, все нормально. Я здесь нанимаю что-то, да? Да. Вот, ну, короче, как-то так. Короче, как-то так. Ага. Ага. Ага, я понял тебя. И что, и что? Я не буду к нему плыть, пускай он ко мне плывет. Ха-ха. Как он будет меня плывать, я не знаю, но это его проблема. О, посоль, посоль, посоль. И ничего не смог сделать. Срань. А, привет. Далеко не уплывет. Конечно, блядь. Кто бы сомневался, сука.
Не, все хорошо. Да иди ты. Че таки-то там стоит, ничего не делает? Вообще. Восстание в Иго, да иди ты. Серьезно? Не должно же было быть. Или эта трень, что ли, помогла? Ну ладно, у меня здесь армия есть. Сколько там времени? Да все, что-то я разогнался. Ну это за штраф, за то, что я там не записал кое-что, да? Я думаю, что следующая серия финальная будет. Хер ли там. Я, к сожалению, наверное, не доплыву уже. Не построю ни легендарную школу кюдо, ни этот самый. Ну тяжко, блин, я упал. Аж вот сюда надо плыть. Капец. Высадки эти бесконечные угрозы. Мне это надо захватить, сколько осталось-то? 8 провинций. Хер ли тут добить этого Яманал. Сколько у них провинций осталось у Яманала? Да еп. А, слушай, короче, да, надо заканчивать, я уже туплю. Две провинции, вот они. Яманала не будет, таки до отсюда вышибу, туда куда-то. Вода, короче, фронт нормализуется. Да, конечно, высадки могут быть там всякие. Может быть, стоит... Раз уж я все равно не доплыву, может быть, стоит черный корабль просто вернуть тогда нафиг и все. И уже не выдумывать, ерундой не заниматься. Ладно, всем спасибо, кто смотрел, это был Кот. Это легендарные сложности за Уисуги. Война со 71-го хода. Всем пока, лайк, подписка, все дела.